Всем привет, ребят, с вами Экстра Экстрим, и сегодня мы с вами поиграем в игру Гренни. И, как я знаю, сделали мод меню, и я хотел его прообзорить, обзор сделать на него. Я вообще в Гренни проходил с багом, если не ошибаюсь. Все три части я проходил, но мне хочется вот эту пройти. Давайте, если наберем много лайков, я обязательно сделаю обзор на вот меню, короче, только на второй части. Обязательно подписывайтесь. Ну, это может не обязательно. Все равно подписывайтесь. Так, смотрите, у нас тут ноу-клип. Врубаем good mod. Hi. Написано. Так, окей. Смотрите, пойдем в дом. Мы тут еще можем, как я не ошибаюсь, кил Гренни сделать и всякие. Так, тут забейте. Ой, ё-май. Блин, я куда перезашел? Так вот. Я могу кил Гренни прописать. Не, ладно. Давайте сначала мы зайдем тут в Maps. Где тут у нас Maps? Пати. Нет. Пати. Я тут зачем вечеринку устроил? Пам, парам, пам, пам. Так, good mod включен, это самое главное. Можем новый клип прописать, смотрите, это я могу по карту выходить тут всякие делать. И давайте посмотрим, тут у нас всю карту, давайте обсмотрим. А да, кстати, давайте посмотрим, у нас это где-то, вот, наверное, здесь. Вот, давайте вот здесь посмотрим, что у нас, когда мы выезжаем с машины. И у нас тут, походу, просто черная тьма. Короче, черная дыра. Короче, как-то тут исчезает машина, а появляется концовка, сценка. Окей. Давайте выключим ноу-клип. Ноу-клип. Ага, смотрите, сейчас мы можем сделать, давайте еще. Тут мы можем, если не ошибаюсь, в Counter-Strike перейти. Да, Counter-Strike можем перейти. Только я не помню, как тут NPC, что ли, я сейчас... Так. Амму, бесконечные патроны. Не так, давайте. Full green. Ничего не понимаю, что я тут делаю, ну ладно. Это нужно куда-то заходить в Maps, меню Setting. Ага, нет, это мне не надо. Стой, я повыключаю это все. Вот, да, вот сюда вот заходим, в эту менюшку. И, если не ошибаюсь, Canvas, нет, это не то. Если меню, Maps, вот. Гренни... Игаста 2, давайте вот сюда. И мы попали в Counter-Strike. Ёперный кокос. Я еще охренею, как с этого делать. Так, что это такое? Погодите. Так, ничего не понятно. Блин, а нет. NPC, смотрите. Спавн монахиню, могу ее убить, то есть удалить. Давайте много монашек поставим, в принципе, почему бы и нет. Балди. У нас вообще тут вообще капец, что тут происходит. Так, я вообще взломал, можно так сказать, бабку Гренни 1. Так, Гренни... Ага. Ё-моё, куда вы полетели? Нет! Ай, я тут полетела. Ё-моё. Вот, стой ровно. Что-то она какая-то размазастая. Ну ладно, пофиг. Походу он не смог. Но он за это хоть спасибо. Так, Гренни мы делали. Это Танос. Ё-моё. Так, мы можем... Слендермен. Ёперный кокос. Короче, знаете, что мы можем? Я могу сейчас их всех поудалять. Десвамп. Балди. Десвамп. Все, мы просто можем поудалять Балди. Мы можем поудалять Слендермена. Вот так вот поудалять. И можем Hello Neighbor удалять. Куда бабка покатилась? Ёперный кокос. Я вообще охреневаю. Это уже вообще я взломал игру, можно так сказать. Так, окей, Тханус. Ну, Тхануса удаляем. Hello Neighbor тоже удаляем. Я вообще охренел, как он и так сделал. Так, Гренни, не деспаун. Вот, все.
И смотрите, давайте я подрублю вот здесь. Мне нужно выйти с этого уголка и ноуклип подрубить. Все. И давайте посмотрим, что здесь находится. Походу тут находится... Вау! Нифига себе, промокод какой-то. Окей. Это мы уже какой-то на какой-то платформе, что ли, здесь находимся. Окей. Можем заново вернуться к бабке Грэнни. Я не знаю, я, наверное, сейчас хочу на Counter-Strike попасть. Так. Так, ну, тут надо, походу, нажимать на три... Kill Granny. Я ее как-то убил, вообще я в другой параллели. В мире нахожусь. Я вообще даже не знаю, где я нахожусь, но я в каком-то промокоде весь... Тут стою вообще, вот я просто охреневаю. Как он это сделал, я просто охреневаю. Так, Maps и The Dust 2. Это, походу, Counter-Strike, если не ошибаюсь. Так, можем тут вылететь. Мне эта карта больше напоминает на Counter-Strike. А также мы еще эту можем карту покинуть. Можем ноуклипом вылететь отсюда. Или просто телепортироваться к бабке Грэнни. Я не знаю, как так и называете. Ё-моё, тут можно бабку Грэнни на дуэль вызвать и с ней сражаться. Ладно. Это все шутки и предположения. Ну или там еще кого-то вызвать. Не знаю. Это, конечно, очень круто. Это, мне кажется, это самый жесткий мод на мобильное устройство. Я, кстати, вот такой мод скачивал на балде. Вот. Ну, блин, это очень жестко. No exit. Нет выхода. Или нет выхода. А я прошел на изи. Окей. Давайте main меню. Ну, вот так вот мы прошли. Взломали. Грэнни, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, я обязательно, когда наберется очень много лайков, я обязательно засниму вторую часть. Будем взламывать вторую часть. Вот. А если и вторая часть понравится, то я открою рубрику. Так что, ребятки, все зависит от вас. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, с вами был я, Экстра Экстрим. Всем удачи, всем спасибо и всем пока!